Здравствуйте! С вами интернет-магазин «Стеклоподъем РФ». Представляем вашему вниманию электростеклоподъемники «Гранат» для автомобилей МАЗ с еврокабиной. Двери такой кабины имеют сплошное пускное стекло без неподвижной секции или поворотной форточки. В комплект входят два электрических стеклоподъемника с мотридукторами, левый и правый, крепеж, жгут электропроводки для подключения, два переключателя стеклоподъемников 923709. Обратите внимание, эти переключатели рассчитаны на напряжение питания 12 вольт, однако при установке на автомобиль с питанием в бортовой сети 24 вольта, они в большинстве случаев работают нормально. Вы также можете дополнительно приобрести в нашем магазине переключатели или блоки переключателей стеклоподъемников на 24 вольта. Декоративные заглушки для установки и обивки дверей в отверстия от ручек механических стеклоподъемников. Паспорт электростеклоподъемников с инструкцией по их установке. Номинальное напряжение питания мотридукторов стеклоподъемников – 24 вольта. При установке электростеклоподъемников в дверь необходимо просверлить два отверстия согласно схеме, приведенной в паспорте. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине «Стеклоподъем РФ». Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 10 59. Каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!